Дерево сад – это новинка отечественной селекции и настоящая находка для небольших участков, так как с одного дерева вы можете получать плоды разного срока созревания, различные по вкусу, различные по цвету и размеру. Не потребуется дополнительная посада деревьев-опылителей, так как являются опылителями друг друга. Яблони Honey Crisp. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – высокая. Назначение – в свежем виде, приготовление компотов, приготовление варенья для сока. Авторы – американская селекция. Сроки созревания – зимние. Размер плода – крупный. Вкус – кисло-сладкий. Урожайность – высокая, в возрасте 6 лет, 70 тонн на гектар. Окраска – желтовато-светло-зеленая, с оранжево-красным, размытым румянцем на большей части поверхности и тускло-красными штрихами и пятнами на его фоне. Аромат – легкий. Вес плода – Г – 180-250. Начало плодоношения сорта – на 4-й год. Яблони белый налив. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – высокая. Назначение – в свежем виде, мочение. Авторы – Прибалтика. Сроки созревания – летние. Размер плода – средний. Вкус – кисло-сладкий, без избытка кислоты. Урожайность – молодых ухоженных яблонь может достигать 200 кг. С возрастом при измельчении плодов сбор урожая уменьшается. Окраска – зеленовато-белая, с небольшим румянцем с южной стороны. Аромат – есть. Вес плода – Г – 100-120. Начало плодоношения сорта – на 3-5 год. Яблони Монтет. Основные характеристики. Тип роста – среднерослый. Зимостойкость – низкая. Назначение – универсальное. Авторы – опытная станция в Мардене, Манитоба. Сроки созревания – летние. Размер плода – средние или мелкие. Вкус – сладкий, со слабым кисловатым привкусом, десертного качества. Урожайность – высокая. Окраска – основная, зеленовато-желтая, покровная, в виде ярко-красного, крапчато-полосатого румянца по оранжево-красному фону. Вес плода – Г – 65-80. Периодичность плодоношения – через год. Начало плодоношения сорта – на 3-й год. Яблони Жигулевская. Основные характеристики. Тип роста – сильнорослый. Зимостойкость – средняя. Назначение – универсальное. Авторы – С. П. Кедрин, Самарская опытная станция по садоводству. Сроки созревания – в первой декаде сентября, в жаркие засушливые годы – в конце августа. Размер плода – крупный. Вкус – кисло-сладкий. Окраска – окраска желтоватая, покровная, интенсивный красно-полосатый, расплывшийся румянец, иногда занимающий почти весь плод. Вес плода – Г – 120-350 год. Начало плодоношения сорта – на 5-6 год. Продолжительность потребительского перья – да, с 3 декады сентября и по декабрь, иногда до января. Регионы выращивания – центральные, центрально-черноземные, северо-кавказские, средневолжские, нижневолжские регионы, а также в виде сланца по восточно-сибирскому региону. Дерево сад – 3 четвертых летка, яблони – 4 сорта, Honey Crisp, налив Монтет Жигулевская – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад – 3/4 летка, яблони – 4 сорта, Honey Crisp, налив Монтет Жигулевская, можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад, 3/4 летка, яблони, 4 сорта, Honey Crisp, налив Монтет, Жигулевская, в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Форма у плода округлая. Вкус кисло-сладкий, мякоть твердая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад, 3/4 летка, яблони, 4 сорта, Honey Crisp, налив Монтет Жигулевская, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.